Манечка, а вот я Женю Жданова знаю немножко меньше. Ну, скажи про Евгения Жданова. Про папу. Женю Жданову я знаю с тех пор, как я познакомился с Игорем Каим. С Каимом 98-й год. Оля Лукоева. Оля Лукоева уже не было тогда. Тогда была команда Игоря Каим и Женя Жданов. Это была команда, они вдвоем делали офигенные вещи Жданов, в клубе. Кто? В клубе Рэбэ Джаз на Маховой. Кто двое? Еще раз фамилия. Игорь Каим. Каим, а это все понятно. Женя Жданов. Ну, это папа. Папа, после, это названный папа. Да, и после этого я с ним постоянно общался. Игорь стал моим другом вообще. Мы с ним постоянно общались. Игорь и до сих пор общаешься, да? А? А вот про Каима расскажи. Игорь Каим офигенный гитарист, которого я заочно знал еще с 80-х годов по группе «Время любить». Оля Лукоя, это офигенный гитарист. Ну, хорошо, я Евгения Жданова знаю с группы «НЭП» и «Савия». Евгений Жданов – это папа. Папа. Это саксофон номер один. Он вообще играет везде и всюду. Он умеет играть на многих инструментах причем. Ну, ну а ты умеешь уже играть на губной гармошке, ну, на баяне и на все остальных хуйнях. Он причем играет и на клавишных, Женя Жданов. Женя Жданов. Женя Жданов. Наверное, собачку ставил у нас. К сожалению, с ним случился неприятный момент. Инсульт, да. Ну, я думаю, что одолеть его. А давайте мы сейчас поможем папе. Жданову? Как? Ну как? Зову 300. Я не понял тебя. Ну, не понимаю. Наливай. А, вот так.